Здравствуйте, ребята! А вот и снова мы, клоун Антошка, Анфиса и Фырчик. Здравствуйте, девочки и мальчики! Привет, друзья! Ну что ж, сегодня, как я вам и обещал, мы с вами посмотрим, чем же закончилась сказка «Теремок». Итак, грибли, грабли, мрибли, ой... Ну что ты опять, а? Ах, я же клоун, а не фокусник. Ах, смотрите, ребята, продолжение сказки. Рыщет волк в густом лесу, ищет кумушку лису, а лиса идет навстречу. Рыжий хвост, глаза, как свечи. Как дела, зубастый? Ничего, идут дела, голова еще цела. А хочу я, Лизавета, у тебя просить совета. Видишь в поле теремок? Теремок? Он не низок, не высок. Не высок. Мышь-нарушка там зерно толчет, а лягушка пироги печет, а петух на подоконнике им играет на гармонике. Да чего хорош петух, а щипать бы только пух. Ах, мой серый, мой хвостатенький, как хочу я петушатинки! Да и мне поесть охота. Только заперты ворота. Может, как-нибудь вдвоем мы ворота отопрем? Ох, слаба я с голодухи. Третий день, как пусто в брюхе. Кабы встретился нам Мишенька-медведь, он помог бы нам ворота отпереть. В это время, в самом деле, вышел Мишка из-за ели. Он мотает головой, рассуждает сам с собой. Я ищу в лесу колоду. Я хочу отведать меду или спелого овса. Где найти его, лесу? Видишь, Миша, теремок. Теремок? Он не низок, не высок. Не высок. Мышь-нарушка там зерно толчет. А лягушка пироги печет. Пироги печет капустные, подрумяненные, вкусные. А петух на подоконнике им играет на гармонике. Ты не хочешь ли проведать петуха? Петушины отведать с потроха. Петушатина? Хорошая еда. Где ворота? Подавайте их сюда. Нет уж, Мишенька, пойдем. Да на месте отопрем. Вот идут они к соседям. Волк с приятелем-медведем. Впереди лиса идет. В теремок гостей ведет. Эй, хозяева! Откройте-ка добро, а не то мы вам ворота разнесем. Это кто пришел к нам на ночь? Михаил. Какой? Иваныч. А по-вашему медведь? Потрудитесь отпереть. Долго ждать мне неохота, расшибу я вам ворота. Тише, Мишенька, в ворота не стучи. Наше тесто опрокинется в печи. Ты не суйся в теремок, кукуреку. Или шпорами тебя я засеку. Не хотят меня хозяева впустить. Не хотят меня обедом угостить. Ну-ка, Мишенька, спиною повернись. Ну-ка, Мишенька, на волка навались. Если дружно мы навалимся втроем, мы тесовые ворота отопрем. И пошла у них работа. Навалились на ворота, да не могут отпереть. Огрызается медведь. Бьет он волка точно сваю, а лиса хлопочет с краю. Ей плутовки легче всех.
бережет свой рыжий мех. Вперед! Назад! Идет назад! Слышишь, лисенька, как досточки трещат? То не досточки, а косточки хрустят! Раздавил меня бессовестный медведь! Без обеда мне придется помереть! Отдышаться до сих пор я не могу! Еле-еле до постели добегу! На дворе под гармонику пляс! Мы прогнали медведя в леса! Без хвоста убежала лиса! Без хвоста убежала лиса! Вот такие у нас чудеса! Ах, как же было интересно! Правда, ребята? Очень интересно, очень! Да, и мне понравилось! Но, к сожалению, наш урок подходит к концу, и нам пора прощаться с нашими телезрителями. До свидания, ребята! Пока, мальчики и девочки! Пока-пока, малыши!